Сегодня, когда я пришла на работу, я услышала от наших модниц, от девочек, которые работают сегодня моделями, следующее. Они надели брюки и прошлись по улицам Москвы. И пока ты бежишь или идешь до метро, вся грязь, которая остается на дороге, попадает к вам на брюки. Буквально вчера я надела красивые новые брюки. И когда я прошлась по улице, пятна грязи остались на моих брюках. Я тут же пошла в химчистку. И сотрудники химчистки сказали мне: к сожалению, химикаты с дорог не убираются. Поэтому, друзья мои, я вчера надела новые брюки и тут же их потеряла. Как быть? Что делать? Поэтому на помощь вам приходят кожаные брюки. Учитывая последние тренды в мире моды, новый 2018 год радует нас. Кожаные изделия до сих пор остаются на пике популярности. Сегодня к нашим дизайнерам присоединяется бренд Лавира. Ирина Кулакова дарит вам возможность не только выбрать яркие, нарядные, модные расцветки, но еще и постройнеть. Я сегодня проведу два эксперимента. Первый эксперимент, который докажет, что наши экоматериалы практичны и никаких пятен не останется. А второй эксперимент докажет и покажет, что любая женщина с богатыми формами, выбирая наши брюки, станет стройнее. Вы готовы? Тогда предлагаю вначале выбрать расцветки. Оттенок бордо. Популярность этого цвета зашкаливала еще 3 года назад, когда французские кутюрье сказали, что бордо – это оттенок будущего. Бургундские оттенки их называют французы. На Марине мы видим с вами блузу Сьюзи. Это блуза, украшенная жемчугом, и оттенок бордо брюк Милания. Марина носит 52 размер. Брюки настолько идеально скроены, что Мариша выбрала тот размер, который носит Ольга Лукомская. На Оле мы видим с вами тунику Маркиза и брюки Милания. Обратите внимание сейчас на то, как Оленька постройнела. Оля, ты постройнела и скинула вот буквально 6-8 килограммов. Визуально ножки стали длиннее и изящнее. Ну что ж, еще хочу показать вам несколько расцветок. Зеленый цвет. Многие говорят о том, что зеленый цвет очень схож с изумрудом. Это придает нашим брючкам статус. Очень благородный и красивый цвет. Идем дальше. Лично я сегодня влюбилась в оттенок, который похож на кофе с молоком. Вот он. Я долго искала такие брюки, но не все кожаные брючки садились на мои формы. Эти сегодня сели безупречно. И кто сегодня рано утром включил нашу программу, видели эти брюки на мне. Их выбрала наша модель Светлана в сочетании с костюмом от бренда Заря. Костюм называется Зарита. И у нас сегодня появился еще один цвет. Костюм Зарита будет представлен в конце нашей программы. Но вы уже сейчас можете выбрать для себя идеальный ансамбль. На Светлане брюки 48 размера. Светочка и носит 48 размер. Покажу вам еще два цвета и перейдем к эксперименту. Черный цвет. Я скажу так, маленький совет от стилиста. Дорогие мои, если в вашем гардеробе до сих пор не нашлось места классическим черным брюкам, может быть, стоит не обычные купить брюки, а наши. Эти брюки действительно порадуют вас. И когда я проведу эксперимент, вы в этом убедитесь сами. Синий цвет. Его по праву называют вторым черным. И этот цвет тоже забирает лавры победителя. Когда вы видите на подиумных подмостках наших модниц, многие из них предпочитают оттенок сапфир. Ну а сейчас мы переходим к главному эксперименту. Я хочу взять для эксперимента оттенок бордо и показать вам, что наши брюки могут выдержать атаки не только влаги, но и грязи. Итак, мои дорогие, я приглашаю сейчас вас к нашему столу, где мы будем вместе с вами проводить эксперимент. Готовы? Следите внимательно, пожалуйста, за моими руками. Что случается, когда мы идем по грязи? Грязь попадает на нашу одежду. Вы видите, что я не пожалела грязи. И очень часто бывает так, что она впивается, она въедается в нашу одежду. Другое дело экоматериалы, которые позволяют нам избежать с вами этого ощущения, когда одежда уже запачкана. Смотрите, нам достаточно взять просто лишь сухую салфеточку, протереть место загрязнения, влаги, и наши брючки остаются сухими. Ни одного пятна не остается, мы лишь только тщательно протираем нашу модель. Обратите внимание на то, что эти брюки, во-первых, остаются идеальными, ни одного пятна.
Эти брюки позволяют вам оставаться сухими, потому что вы можете по лужам ходить в этих брюках, но ваши ножки будут защищены. И еще один очень важный момент. Наши брюки не пропускают влагу внутрь, поэтому сейчас мы можем с вами еще завершить эксперимент. Сережа, я попрошу вас немножко показать меня издали. Итак, мы сейчас разворачиваем брючину и демонстрируем вам, что изнутри наша вискозная ткань, место, на которое я вылила стакан с грязью и с водой, не пострадало. Я сейчас надавливаю на наши брюки. И очень важно, чтобы они оставались сухими. Мы видим, что наша салфетка осталась сухой. Значит, материал, который был внутри, не пострадал. Вискозно-трикотажное полотно осталось сухим. Итак, внимание! 60-й размер в оттенке кофе с молоком, в оттенке бордо уже заканчивается. Брюки от бренда Lavira – это настоящий хит сегодняшнего дня. Мне будет очень жаль, если кто-то из вас не успеет заказать для себя брюки со стройнящим эффектом. Я беру в руки метр. Следующий эксперимент, который я хочу провести на нашей модели Марине, докажет вам, что наши брюки сделают вас стройнее. Итак, для эксперимента мне поможет Марина Пигашкина. Спасибо, мой дорогой друг, потому что девочки показывают вам все свои секреты, чтобы вы были еще раз убеждены. В прямом эфире, без каких-либо причуд и монтажа, мы делаем с вами эту красоту. Итак, давайте посмотрим на объемы до того, как мы выбрали наши брюки. 110 сантиметров составляет в обхвате объемы талии. Я убираю метр, мы зафиксировали это число. Мариша надевает брюки, и вот сейчас самое главное. Вы обратили внимание на посадку? Посмотрите на эту ленту. Широкая, эластичная лента, которая помогает убрать вам все излишки внутрь. Уже визуально наша модель постройнела. А сейчас мы в этом убедимся с вами на примере метра. 95 сантиметров, 96. Дорогие друзья, сколько было? 110 минус 96 будет, получается, 14 сантиметров. Я вам их сейчас покажу. Эти сантиметры никогда к вам не вернутся. Обратите внимание, 14 сантиметров. Сколько мы сидим с вами на диете, сколько времени мы тратим походы в спортзал. Не каждая женщина после работы может зайти туда. Иногда усталые мы приходим домой и садимся у экранов телевизоров. Минус 14 сантиметров. Эти сантиметры останутся в прошлом. Итак, брюки Милания, 46 размер в черном цвете, 52 в бордовом, 56 в синем. Кофе с молоком, самый популярный цвет. Брюки заканчиваются. Я хочу обратиться к нашему продюсеру. Если у нас сейчас какие-то ограничения, потому что наши женщины выбирают по 2, по 3 цвета, никаких ограничений пока нет, и это только начало. Дорогие мои, брюки Милания – это настоящий прорыв. Брюки, которые не только защитят вас от непогоды, на вискозной текстильной основе, брюки с эластичным эффектом, высокая посадка, без замков, эластичная лента, прекрасная длина. Еще я бы обратила внимание на зону швов, которая находится в области колен. Мы можем увидеть это на Марине. Здесь швы сделаны специально для того, чтобы не вытягивались коленки. И если при желании вы хотите удобства еще больше, дизайнеры подумали и над этим вопросом. Эти брюки никогда не вытянутся и позволят вам быть в идеальной форме. 1000 рублей экономия только сегодня.